Мы с вами будем сейчас говорить о последнем 100-миллионном отрезке позднего проторозоя который так вот исторически получилось носил разные названия. Вот и разговоры-то об этом начались всерьез, ну, наверное, после все-таки Второй мировой войны. И вот этот самый отрезок, он характеризуется очень странными событиями. Вот, ну, обычно в массовом сознании да, вот, ключевыми такими событиями а, этой эпохи обозначает появление а, первых многоклеточных организмов, вот, которые до того либо неизвестны, вот, либо какие-то существуют невнятные находки. Но на сегодняшний день несправедливо было бы говорить о том, что... Вот их прям-таки совсем нет, вот этих самых давенских. Сейчас уже известно несколько таких вот вариантов фаун, по всей видимости, многоклеточных, потому что если какая-то нора да, прорыта в, пусть даже метаморфизованных осадках, то есть когда-то это было понятно, рыхлый осадок, вот если это дыра диаметром там сантиметров 5, понятно, что вряд ли оставило одноклеточное животное. Вот, вот таких вот... Эпизодов, да, когда природа создавала вот эти вот самые многоклеточные организмы, по всей видимости, было, ну, как минимум, два. И вот был такой замечательный немецкий палеонтолог, Адольф Зейлахер, вот, который все вот эти вот эпизоды назвал замечательным словосочетанием: черновики Господа Бога. То есть вот Господь Бог, вот он некоторым образом, пробовал создавать биосферы. Я на всякий случай вспоминаю отца палеонтологии как науки, барона Кювье, вот, который был автором да, теории катастроф. Вот, он насчитал 20 там, с чем-то вот эпизодов, да, когда разгневанный Господь, Катастрофы какой-то уничтожал ту биосферу, которую сам же создал, ну вот создал Господь, да, посмотрел и сказал, что это хорошо. Через некоторое время посмотрел, не понравилось, надо переделать. Вот, ну это так как по Кювье, да. По крайней мере строение парижского бассейна вот оно для Кювье ясно об этом свидетельствовало, вот, что у нас вот периодически происходило категоричные почти полные смены фауны. Мы видим один слой, там одна фауна, другой слой сверху лежащий, там другая фауна, третий слой, вообще совершенно что-то совершенно не похожее. Вот, поэтому неудивительно, на самом деле, что среди палеонтологов до сих пор, на самом деле, немало религиозных людей. И в самом деле, да, вот, что ему там, Господу Богу, в голову придет вот по этому поводу. И вот, значит, ну, на всякий случай, да, тоже, вот, фиксирую внимание вот на этой картинке вот что мы с вами говорим всего лишь о по разным оценкам да это соответственно там от 800 до 700 там, миллионов лет назад где-то так вот примерно так и э, выделять -то, э, этот этаж в земной коре начали все-таки сравнительно недавно при этом э, выделение вот в разных странах происходило под разными названиями но на самом деле усредненная, что называется, да? вот шкала, в том смысле, что с некоторых пор повелось, что нижний отдел в большинстве трудов, которые опубликуются последние лет 20-30, он именуется Лапландией. Дело все в том, что родина Деда Мороза, вот, это вот как раз то самое место, где впервые были найдены, Телиты, то есть породы ледникового генезиса, то есть то, что формировалось именно где-то там внутри тела ледника, в подледном пространстве. Вот. Потом, впоследствии, вот эти вот телиты начали находить повсеместно в Африке, Австралии, Южной Америке, в Канаде. И вот к вопросу, о, да, вот я вот задал вопрос сначала о великом стратеграфическом несогласии. В сущности, это... Последствия той эпохи, вот, когда а, на планете действительно а, были развиты очень масштабные покровные леденения. Вот. Ну, когда мы вспоминаем словосочетание «ледниковый период», обычно речь идет все-таки о а, событиях относительно недавних, да, которые относятся там, к какой-то четвертичной истории. Да. Поэтому все вспоминают мультик про ледниковый период, про бегающих там разных замечательных зверей. Вот. Но это все на самом деле всего лишь один из немногих эпизодов, когда у нас на планете были ледники. Вот. Таких эпизодов было много. Вот. И более ранние эпизоды, они по всей были гораздо более продолжительными. Вот. Непосредственно предшествующая такая вот большая ледниковая эпоха, она, вот, она была в конце палеозоя. Вот. Когда некоторая часть вот, тогдашней Ганвана она была перекрыта вот этими самыми ледниками. Вот. А вообще, вот они, вот эти самые оледенения случаются в истории Земли, ну, в среднем где-то как-то там раз в 150 миллионов лет или около того. Вот. Существует такой гуляющий, может быть, это даже не миф в научной литературе, что вот... Эта самая цифра, она соответствует галактическому году. То есть, вот Солнечная система, она совершает, соответственно, движение вокруг некоего ядра галактики, и раз в 150 миллионов лет происходит что-то этакое. Этакое, которое сопровождается, на самом деле, очень многими событиями. Ну, во-первых, это резкое усиление тектонической активности, Которая, в свою очередь, приводит к появлению высококонтрастного рельефа, то есть это высокие горы, глубокие впадины. Вот, то есть рельеф молодой, появляется, да, который а, существует в течение некоторого времени. А, в том случае, если да, у нас появляются высокие горы, какая-то их часть вот, она выводится из а, той части атмосферы, где у нас снег тает, да, и начинает этот самый снег накапливаться, в конечном счете преобразуется в фирн, он в свою очередь в лед. Ну и, короче говоря, в том случае, если вот эта вот гористая страна на суше, да, она оказывается в полярных широтах, вот, то неминуемо начинается развитие ледников покровных. Откуда там берется вода у этих покровных ледников? Естественно, из остальной части гидросферы, по большей части из мирового океана. Поэтому следующее да, синхронное событие одновременно с появлением ледников ⁇ это падение уровня мирового океана. А дальше хуже, вот потому что падение уровня мирового океана сопровождается обмелением шельфов. А шельфы – это самое биопродуктивное пространство моря. Там сосредоточено процентов 90, наверное, все биоты, которые у нас на Земле живет. Вот. И поэтому тут хоть вымирай, хоть как-то быстро-быстро эволюционируй. Вот. Но вот самые такие вот крупные биотические кризисы случаются именно в эти самые эпизоды. Вот они случаются раз в 150 миллионов лет в среднем. Вот. По продолжительности они невелики по сегодняшним подсчетам. что около 15 миллионов лет, что вот в масштабе да, вот истории Земли это не так уж и много. Вот. Но вот это ключевые такие фазы. И вот… Конец Рифея, это как раз да, поздняя протеразойская эпоха, это то самое время, когда а, сложились обстоятельства таким образом, что а, ледники доходили чуть ли не до экватора. Вот. Поэтому разгневанное божество перестаралось, по всей видимости, да, и поэтому биосфера чуть было не погибла. Ну, она по всей видимости сохранялась где-то там, да, при экваториальном пространстве, на каком-то мелководье, возможно, в каких-то теплых источниках. Поэтому спасибо, что не до конца, да. Поэтому этот самый Новый Ковчег, да, по всей видимости, он был рассредоточен на вот маленьких таких вот точках, да, вот где вот были такие оазисы, что называется, в жизни. Поскольку ледники обладают такой высокой, обрадирующей да, функцией, то есть на подстилающие породы они воздействуют агрессивно. Поэтому весь вмороженный материал в этот самый лед работал как гигантская наждачная бумага, и поэтому у нас огромное количество континентов, оно в той или иной степени обработано ледниками как раз той самой эпохи. Ну и по всей видимости ледники работали долго, вот, гораздо дольше, чем вот в текущем в четвертичном периоде. На самом деле не надо забывать, что мы вообще-то тоже в ледниковом периоде живем, потому что Антарктида по-прежнему под льдом, Гренландия тоже, там на Шпицбергене тоже, ну и так далее. Да? Поэтому это еще не конец ледниковой эпохи, на самом деле. Вот. Началась-то она современная. Так это всерьез миллионов пять лет назад. Это поздний миоцен, это так называемый Мессинский кризис. Мессина – это город Сицилии, вот, где э, впервые э, были обнаружены осадки мелководных засоленных озер. И вот цепочка этих самых озер представляла собой э, вот, вот это вот пространство, которое, на котором сейчас находится Средиземное море. И поэтому все вот эти вот зебры, страусы, львы топали из Африки в Европу и обратно. Вот. То есть уровень моря тогда был, ну, наверное, метров на 50 ниже, чем сейчас. Вот. И, кстати, этот самый Мессинский кризис отразился в том числе и на других территориях. В том смысле, что очень многие реки, которые текут по суше, они, естественно, начинают переуглублять свою русло с падением так называемого базиса эрозии. Любая река впадает в какой-то водоем. В конечном счете, все реки текут в море. Вспоминаем дедушку-экклюзиаста. И вот э, очень многие долины рек были переуглублены в это время, поэтому э, последние там, пару десятков лет, на самом деле, много на самом деле было обнаружено таких вот древних долин, вот, где обнаруживаются на самом деле э, осадки как раз вот именно вот этой вот самой эпохи, поздними оценами вот этого Мессинского кризиса. Вот. Поэтому Южное полушарие, оно как-то так э, охолодело несколько раньше, чем Северное. В Северном полушарии ледники появляются позже, гораздо позже. И вот подобная климатическая асимметрия, вот, она на самом деле характерная штука не только для современной эпохи, но и для прошлой тоже. И вот для позднего палеозоя, который я помянул, да, вот, большая часть суши тогдашней была сосредоточена в южном полушарии. Поэтому неудивительно, что там были ледники. Ну а что касается позднерифейской эпохи, опять возвращаемся, да, вот рефей, вот, то э, на тот момент тоже существовал своего рода суперконтинент под названием Родиния, о котором мы еще с вами коснемся, вот, который был сосредоточен тоже по большей части в Южном полушарии по сегодняшним полямагнитным данным. Ну и, в общем, ничего не препятствовало появлению э, ледников на тогдашней суше. Ну, естественно, уровень моря был беспрец беспрецедентно низок. Ладно, давайте это не будет долго висеть. Вот мы сейчас посмотрим с вами на э, вот эту вот картинку, которая тоже у нас висит часто. Вот, так чтобы понимать распространенность пород вот этой вот самой венской системы у нас на территории Ленинградской области. В сущности, вот эти вот поросящие розовые пятна, да, вот, которые у нас здесь на юге Корейского перешейка, на юге перешейка Алонецкого назовем это так, вот, по южному обравлению Финского залива, на самом деле не только там. Южная часть котловины Ладожского озера тоже занято имя южная часть котловины Финского залива тоже занята ими, этими же самыми отложениями. Что они собой представляют? В нижней части это действительно телиты, то есть те породы, которые сформированы были в результате таяния вот этих вот ледниковых покровов. То есть это грубо обломочный материал, там в разной степени сортированный, который перемежается между тем породами вулканическими, потому что в ту эпоху неподалеку отсюда вот, работали вулканчики. Вот. При этом эта территория она находится от, терри... от Ленинградской области несколько к северу, к северо-востоку, то есть, это сегодняшняя Северо-Восточная Карелия и Тиман. Вот именно там, по сути дела, да, вот был вулканизм, вот, и поэтому наносилось сюда так, это пеплового материала. На самом деле, э, великое стратеграфическое несогласие сказалось и на той территории, которую с вами называем русская платформа. Да? Мы сейчас живем на северо-западном ее краю, этой самой русской платформы, и поэтому везде и всюду у нас этот вент лежит на очень сильно эродированном фундаменте. Фундамент у нас состоит из чего? Из кристаллических пород гранитов, гнейсов и вот всякого такого, да. И вот этот самый фундамент мало того, что он так сильно подроблен, да, вот он еще и в значительной степени радирован на поверхности, поэтому породы этой самой венской системы они уже другие, они уже принципиально другие. Итак, внизу у нас вот эти вот гравелиты, галечники, валунники, вот перемежаемые всякими разными вулканитами, которые вверх по разрезу гранулометрически уменьшаются что это означает это означает что размерность частиц становится меньше соответственно если внизу у нас грубые частицы размерность с кулак и больше да а вверх по разрезу они уменьшаются до частиц размерностью не превышающие одну сотую миллиметра то есть глины да? о чем это говорит вот. это прямо свидетельствует о том что идет морская трансгрессия. Достаточно продолжительное. То есть у нас повышался уровень Мирового океана. Почему он повышался, тоже понятно. Почему? Потому что таяли вот эти вот ледники, той самой родине. Вот, Ну и в конечном счете, да, это привело к тому, что у нас на территории, да, которую мы сейчас называем русская платформа, в конечном счете развились мелководные моря. Вот. В разной степени мелководно. Когда я говорю мелководно, это не означает, что по щиколотку. Да? Для геолога мелководно это все до 200 метров примерно. То есть примерно на такой глубине у нас, например, сейчас находится там бровка шельфа да, любого континента. Вот. И вот этого венда у нас накопилось это метров 300. Много. Вот. И в верхней части вот он как раз преимущественно глинистый. Кое-где там перемежается там, какими-то более грубозернистыми породами, но ну, вот по большей части глинистый. И вот именно в породах верхнего венда у нас, например, прорыт петербургский метрополитен. Вот, это очень плотное образование, вот мало водопроницаемое. И поэтому э, закладка тоннелей, вот она шла преимущественно как раз в этих самых породах, потому что они, в общем, неплохо, скажем так, самую воду держат. Ну, правда, район Петербурга, он в этом смысле критичный, потому что у нас тут существовали всякие разные палеореки, вот, у нас тут бывали размывы вот, на разных участках метро, но они все относятся к участкам палеорек, погребенных уже, этих самых речных долин. Поэтому так Венду отношения не имеет. Ну, ладно, мы... Э, понимаем, о чем идет речь. То есть, по сути дела, вот эти вот самые венские породы, они подстилают вот весь этот осадочный комплекс русской плиты, который у нас лежит южнее. То, что у нас лежит в основании всего этого осадочного пирога. Дальше. А, ну, на самом деле следует начать издалека, то есть с некоторыми заходами, да, вот в какой-то поздний рифей. Так вот позднерифейские образования они широко распространены на территории Балтийского кристаллического щита, той самой территории, которая относится к Карелии, Финляндии, часть Швеции почти без Норвегии, потому что Норвегия в большей части приходится как раз на молодые структуры. И вот э, на всей этой территории э, ближе к концу проторозоя появляется большое количество пород, которые в той или иной степени окрашены в желтоватые, в красноватые цвета. О чем это свидетельствует? О том, что э, здесь присутствует соединение трехвалентного железа. Преимущественно это в виде оксидов, гидроксидов и вот э, чаще всего это своеобразный железистый цемент вот, который соединяет между собой частички этих самых пород ну, в данном случае это кварциты да? вот, кварциты это что это порода состоящая из кварцевых зерен то есть изначально да, это были какие то морские осадки мелководные Прибрежные, вот. были изначально это просто песками прибрежные, потом стали песчаниками, потом в процессе метаморфизма становятся кварцитами. Да? И вот их цемент в том числе железистый. Да? И вот это самое железо трехвалентное, оно прямо всегда свидетельствует о том, что обстановки, которые сопровождали от накопления, они были аэробными. То есть кислород свободный был. Вот. В том случае, если не было бы свободного кислорода, вот, то породы эти были бы окрашены другим образом, какие-то скорее э, синевато-зеленоватые цвета, потому что двухвалентное железная недоокисленная, да, она вот как раз вот именно имеет вот эту самую гамму в виде соединений. Вот. И э, появление как раз, да, вот этого свободного кислорода, оно приводит к тому, что э, комбинация газов В атмосфере она меняется. сейчас у нас в атмосфере почти 21% кислорода свободного. Ну, без исключения озона, да, который там в разных концентрациях в стратосфере присутствует. Вот. Так вот, кислород откуда взялся у нас в атмосфере? Из одного единственного источника. То есть, по сути дела, это результат фотосинтеза самых разнообразных тварей, которые занимаются этим самым фотосинтезом. Фотоавтотрофов в широком смысле. В те времена фотосинтезом некому было заниматься, кроме прокариот. Это то, что сейчас называется цианопрокариот или просто цианы. То есть это живые существа прокариотной природы, у которых в клетках нет ядра сформированного. Но при этом в клетках есть хлоропласты. В современных цианей в мире много достаточно. Они живут в самых разнообразных средах. Вот, от каких-то поверхностных пленок едва обводненных где-нибудь там на скалах прибрежных или, допустим, в весенних лужах, да, вот морских бассейнов. Вот, Но вот это самые непривередливая на самом деле биот, то есть они поселяются даже там, где другим плохо. Вот а этим там нормально, вот. поэтому цианопрокариот прокарет мы встретим даже в гейзеров каких-нибудь легко. Вот. И это свидетельствует прямо о том, что вот это вот как раз биота, вот она. А -а некоторым образом поучаствовала, да, в том, что у нас накапливаться начал этот самый кислород в атмосфере. Первоначально э, у нас атмосфера была полностью анаэробной, поскольку первичные газы, разумеется, вулканические, ну и э, э, процентное соотношение, да, кислород по отношению ко всему остальному, к азоту, к углекислому газу, там, к аргону какому-то, вот, оно естественно менялось. То есть у нас концентрация кислорода росла, а концентрация углекислого газа, в свою очередь, уменьшалась. Вот. Поэтому, поскольку этот газ, как известно, да, <coughs> из тех, да, которые делают одеяло нашей планеты теплее, вот, поэтому одеяло становится так потихонечку рваненьким, тоненьким, планета начинает охлаждаться из-за дефицита этого самого углекислого газа. Почему? Потому что его пожрали вот эти вот самые цианопрокариоты. Его становится мало. Ну и это в свою очередь является провоцированием да, того, что у нас э, в итоге в полярных широтах начинают появляться ледники. Поэтому э, любимые русские вопросы: да, кто виноват и что делать? Вот так вот. Кто виноват? Вот как раз вот той ситуации, что у нас дважды возникала такая история, которая геологами называется Земля Снежок, которая почти полностью покрыта ледниками. Это вот как раз работа фотоавтотрофов. То есть первый раз такая ситуация возникла в самом начале протерозоя. И это леденение называется гуронским. Второй раз такая ситуация сложилась почти в самом конце протерозоя. Вот когда, по всей видимости, на помощь к этим цанопрокариотам выступили еще другие существа. И к самому концу протерозоя относится как раз появление уже многоклеточной растительности. То есть это же эукариоты. То есть это уже существа со сформированной клеткой в ядре. Вот. И поэтому водорослевые луга, как таковые, да, вот они как раз характеризуют, по всей видимости, вот самый конец рифея. Ну и, понятное дело, они тоже поучаствовали в том, что концентрация кислорода у нас выросла, а концентрация углекислого газа, наоборот, уменьшилась. Поэтому опять все привело это к ситуации земля-снежок. Вот. Ну и э, от э, цианопрокариот у нас остались преимущественно вот такие вот постройки, да, которые называются строматолиты. Вот они в основной своей массе представляют собой карбонатные корочки, которые ежегодно накапливаются. Э, в результате чего? Поскольку э, морская вода, она представляет собой в том числе и гидрокарбонатный раствор. И поэтому, если у нас живое существо высасывает углекислый газ из окружающей среды, тем самым провоцирует образование карбонатных корочек на своих поверхностях, в том числе в клеточной жидкости. Поэтому происходит своего рода замещение живого вещества вот такими вот карбонатными образованиями слоистыми, которые называются строматолиты. Вот слово строма, ковер. Да? И вот таких строматолитов много по миру, вот, которые являются составной частью а, пород а, кристаллических щитов. Это касается не только Балтийского, это касается многих каких еще. Это касается какого-нибудь Алданского щита в Сибири, Анабарского. Это касается многих щитов на других континентах. Вот есть они у нас и в Карелии тоже. А, на Южном Оленем острове. И в некоторых местах Карелии тоже. Современные строматолиты тоже есть, вот, много где. Вот. Ну, по большей части в тропиках, потому что карбонатонакопление это вообще штука, которая характерна все-таки для теплых вод, вот, потому что теплая вода она содержит мало растворенных газов в отличие от воды холодной, вот, и поэтому мы не встретим крупных карбонатных построек где-нибудь в умеренных широтах, тем более в полярных, где вода холодная. А океан у нас в принципе холодные. То есть у нас все-таки прогревается верхняя там, примерно 50-метровая толща, так это всерьез. На большую часть объема океана они находятся при температуре по 4, вблизи температуры максимальной плотности воды. И вот э, только лишь в тропиках идет интенсивное карбонатное накопление. Поэтому в основной своей массе, когда мы встречаем известняки, то есть породы, которые сложены именно веществом карбонатного состава. Чаще всего это обозначает, что вот водичка там уже была достаточно теплая. Вот. Поэтому строить карбонатный скелет в теплой воде ⁇ это очень простое занятие. Поэтому все коралловые постройки, крупные у нас, сосредоточены в тропиках. Конечно же. В полярных широтах кораллы тоже живут, какие-нибудь альционарии, да, но они не строят карбонатный склет, потому что это очень трудозатратно, на самом деле, для них. Во-первых, Во очень трудно этот самый карбонат из воды извлечь, потому что в воде растворено много углекислого газа, который в растворе да, ведет себя как угольная кислота, HCO2, которая растворяет карбонатное вещество. Вот. Поэтому вот эти вот самые карбонатные постройки мы в тропиках находим в изобилии. Ну вот что на Багамах, что вот в Австралии, это Шарк Бэй, это бухта на юге Австралии. Вот, вот характерны такие вот постройки, да, которые похожи на пуфики, вот на какие-то бочонки, которые иногда бывают дихотомически ветвятся. Вот сейчас сегодняшние строматолиты они куда более сложно устроены, чем какие-нибудь там протерозойские. Потому что тогда этим занимались занятием только лишь цианопрокариота, а сейчас это комбинированные постройки, там и водоросли современные в этом во всем участвуют. Ну и в общем и целом, если это как-то представлять себе, да, то цианобактериальный мат, он представляет собой такую трехслойную конструкцию в общем и целом. На самом деле она сложнее, да, но вот прощенно можно ее так представить. То есть на поверхности живут в современных цианобактериальных матах, да, вот, так называемые облигатные аэробы. Вот, это страшное словосочетание означает живых существ, вот, которые э, существуют исключительно в среде со свободным кислородом, потому что они осуществляют кислородный тип дыхания. А вот ниже этажом, да, там уже живут факультативные аэробы, то есть те, которые могут довольствоваться... Э, Малым количеством кислорода, а иногда и вовсе без него обходиться. То есть они легко переключаются на другой тип дыхания. Да? Ну и наконец, самый низ таких цианобактериальных матов это уже облигатные анаэробы. Да? То есть те, которые живут исключительно в бескислородной среде, занимаются не тем, что не переводят органическое вещество в минеральную среду. Вот. И вот таких вот цианобактериальных матов по миру, как я уже сказал, много, в некоторых случаях они строят строматолиты, как в тропиках на Багамах или там в Австралии, в других случаях они живут в прочих экстремальных средах, в каких-нибудь теплых, а то и горячих источниках, ну и наконец они живут просто вот в водах насыщенных самыми разнообразными агрессивными веществами. Вот. Поэтому вот мы возили и будем возить на речку Шенгарку, вот, где как раз э, исключительно э, высокое содержание радона в воде, который сам по себе чистый яд. Вот, а это продукт распада да, радиоактивного урана 238. -го. Ну и собственно в такой среде как раз э, цианопрокариотам очень даже неплохо живется. Вообще это на самом деле правило во всей истории Земли. Э, когда всем живым существам становилось плохо... Цианопрокариоты поднимали голову. Вот. А когда на Земле, в общем-то, более-менее так хорошо, вот, никаких неприятностей не происходит, то, как правило, цианопрокариоты занимают подчиненное положение во всей этой биоте. Но сейчас да, у нас концентрация вот этих самых распространилась достаточно высоко. Это касается не только морей, это касается очень многих водоемов континентальных. Вот. почему? Вот, потому что они в значительной степени загрязнены, да? в том числе вот в результате антропогенной деятельности. Поэтому э, мы некоторым образом потворствуем, потому что у нас появляется вот эта вот своеобразное биот во всей обилии. Вот понятно, что биосфера рано или поздно, когда избавится от человечества, вот она, конечно, приобретет нормальный вид для себя, само собой. Вот и поэтому снова цены ценно-прокариоты займут э, надлежащее место. Назовем их так. Да, ну вот, собственно, да. Внешний вид самых разнообразных колоний, этих замечательных созданий, которые окрашены в самые разнообразные цвета. Вот. Там помимо хлорофила много еще каких фигмент, пигментов присутствует, которые участвуют в фотосинтезе. Ну вот картинка из шенгарки. Вот, это такая вот красивая желтого цвета вата, вот, которая там колеблется в местных водотоках, это вот как раз один из представителей цены, которые живут в очень агрессивной среде. Вот помимо радона, там на самом деле много чего еще содержится. Потому что вода, которая поступает в эти источники, она поступает с довольно-таки большой глубины. Ну, по всей видимости, где-то там водоносные горизонты вблизи поверхности фундамента. Вот. И э, благодаря тому, что там избыток, углекислого газа глубинного, да, то соответственно вся эта биота она там образует очень такие своеобразные сообщества многообразные назовем их так и там своего рода происходит такая сукцессия, то есть смена разных видов в течение одного фотопериода, начиная там с марта, когда вот начинает сходить лед на всех этих мелких речках, заканчивают там каким-нибудь концом октября, когда вот уже лед может так потихонечку становиться. Вот, потом наступает затишье по понятной причине, потому что большая часть водотоков покрыта льдом и поэтому там развиваются только лишь диатомовые водоросли. Но они тоже занимаются этим же самым, занимаются образованием карбонатных корочек, вот. то есть мы видим даже на вертикальных стенках водопадов этот самый шизотрикс. Вообще эти сообщества очень богаты по своему составу. И в конечном счете, да, вот эти самые сообщества, они образуют вот такие вот своеобразные конструкции, и в конце концов они приводят к тому, что у нас формируются вот такие вот э, штуковины карбонатного состава. Э, ну, на самом деле, цианобактолит – это слово относительно недавно появившееся в науке. Вот. я коварный человек, его запустил научное сообщество, его стали использовать с некоторых пор наверное лет 10 как. Вот. И э, представляет он собой что? Да, это результат э, кристаллизации кальцита вот в этих вот агрессивных водах с помощью цианы, ну и самых разнообразных бактерий. Вот поэтому получаются вот такие вот штуковины интересные. И вот таких цианобактеритов очень много в русле шенгарки. Частично они могут там подрастворяться, потому что все-таки зимой у нас там несколько меняется химическая ситуация в воде, потому что э, органика начинает разлагаться, вот, выделяется избыточное количество углекислого газа, ассимилировать которому, который некому, потому что все это дело подо льдом происходит, и поэтому образующаяся угольная кислота HCO3 начинает снова подрастворять вот эти вот самые цианобактолиты. Вот вообще э, вариантов карбонатных корок, которые у нас образуются в подобных средах достаточно много. Вот в пудости у нас такой характерный травертиновый разрез, вот с такими вот тоже корочками, обогащенные в той же или иной степени соединениями трехвалентного железа. Так это выглядит в шлифах. Вот, причем удивительное дело, очень многие вот эти вот образцы, они надежно свидетельствуют о том, что это вот именно сезонное явление, накопление этих корочек. Слоистость тут, в общем-то, некоторым образом видна. И вот, все эти русловые варианты травертинов наши, вот, они в значительной степени напоминают все те же самые строматолиты. То есть, вот, принцип он не изменился, начиная с протерозои до сегодняшнего дня. Вот как образовывались тогда карбонатные корки, так они образуются и сейчас. Вот то, что они желтоватого цвета, опять-таки свидетельствует о том, что там железо у нас до дури. Вот так это выглядит под электронным микроскопом. Видно, что сохраняется в том числе и такой вот ультраструктурный что ли, рисунок. Вот, то есть настолько кристаллы кальцита, да, вот они полностью повторяют всю конструкцию живого организма. Вот то, что мы видим слева, да, это Полностью преобразованный в камень, да, то есть в кальцит. А, слоевище Хары, есть такая водоросль, да, и вот а, распил этих трубочек, да, вот они прямо показали, что практически у нас полностью минерализованное вещество клеток. То, что мы видим справа, да, это так называемые калиптра. Да, то есть это а, сгустки цианы, которые на своей поверхности как раз. А, накапливают этот кристаллизующийся кальцит. Вот. это целый коллектив живых организмов, вот который принимает участие в образовании этих самых каротиновых корок. То есть этот э, механизм на самом деле был придуман давно биосферой, очень давно, больше двух миллиардов лет назад. Вот. но он поныне на самом деле используется. А другое дело то, что состав организма сейчас гораздо сложнее. Вот среды, в которых все это образуется, это уже стопроцентно аэробная с большим достаточным содержанием кислорода. Но, тем не менее, принцип остался принципом. А мы снова с вами возвращаемся в вент. Вот это самая родине, это одна из возможных реконструкций. Автор этого названия – это американец Марк Менемен, вот, который работал с нашими специалистами в 90-е годы. Ездил в том числе на Белое море, вот на эти чудесные места, где у нас великолепные совершенно отпечатки вот этой вот венской биоты и э, картинка эта здесь нужна для того, чтобы в общем понимать, где и в каких широтах находилась та территория, которую мы сейчас называем Ленинградская область в те далекие времена, 700 миллионов лет назад, аж вот здесь. А, то есть это палеоконтинент Балтика будущий, то есть это один из фрагментов развалившейся родине. Вот не начала разваливаться как раз в начале Венда, ледники начали таять. Вот, и откуда у нас отплывает этот континент Балтика? Кто у нас соседи? Соседи у нас, как видите, очень интересные. Амазония, да? Где сейчас Амазония, где тогда была Амазония? Вот, Северная Америка, вот, с которой мы так периодически дружим, сталкиваемся морда к мордой, да, вот, на протяжении вот последних 700 миллионов лет это было как минимум дважды. Вот, последнее раз столкновение с Северной Америкой происходило в раннем Дивоне. И вот цветные пятна здесь означают, что вот эти так называемые Гренвильские структуры, это складчатая зона, то есть, которая была преобразована в рельефе в крупные горы, вот, образована была при сборке этой самой родине, то есть задолго до Венды. Вот. Ну и соответственно вся эта территория да, вот, в конечном счете вот, она начала испытывать дезинтеграцию и разные части этой самой родине, вот они поплыли в разные стороны. Кстати, я не, об, не объяснил слово родине, оно взялось из русского языка. То есть Марк Менумен так понравилось слово родина русская, да, поэтому решил подарить название целому континенту древнему. Вот это вот название. А вот так э, некоторые палеогеографы изображают вот ту самую ситуацию на начало Венда. Вот, когда у нас большая часть планеты, вот, она покрыта как раз ледниками. Но, по всей видимости, имеется в виду, что у нас все-таки сохраняется некоторый наклон плоскости эклиптики. Вот эта вот самая родине у нас находится в южном полушарии. И вот она полностью покрыта континентальными ледниками. Но это океаническое полушарие, да, поэтому кое-где там, естественно, там какая-то плещется вода, и там сохраняется оазисы жизни. До, наверное, в конце 40-х годов 20 -го века архии проторозой и вовсе, скажем так, не выделяли. То есть, пользовались обобщающим понятием криптозой. Да? То есть, эпоха скрытой жизни. Вот, потому что каких-то внятных органических остатков в докембрийские времена не было известно. Поэтому, если что-то находили похожее на что-то многоклеточное, либо в виде отпечатка, либо в виде окаменелости какой-то, то, как правило, награждали его фанерозойским возрастом, от греческого фанерос явный. Да? Соответственно, у нас существовали две крупные эпохи. В докембрии это у нас был все сплошь криптозой эпоха скрытой жизни, фанерозой, начиная с кембрии, это эпоха явной жизни, когда нам попадаются органические остатки, которых можно определить, сравнить с, с какими-то представителями современной биоты, вот. И вот э, только лишь во второй половине 20 века началось понимание, что на самом-то деле история до Кембрия сложнее. Поэтому появляются уже да, такие подразделения, как Архия и начали делить, когда, в общем-то, начали понимать, что э, именно к этому моменту у нас относится э, появление первых красноцветов, появление на, э, таких вот, да, вот. Э, Отложение, где мы видим да, вот углеродистые скопления, вот, и э, их природа, да, она по всей видимости связана ну, с появлением ну, достаточно таких вот обширных цианобактериальных матов, с появлением водорослевых лугов. И вот первые эукариотические клетки, а стало быть эукариотический организм, появляется по всей месте на рубеже археи вот, потому что с этого момента да, вот у нас начинается увеличение концентрации органогенного углерода в горных породах. Ну, они могут быть последствиями метаморфизованы, но, по крайней мере, концентрация их реально увеличивается. Вот. И к границе археипарторазоида тоже, кстати, приурочено несогласие. Не то великое, да, которое некогда открыли американцы в конце 19 века. Вот. Оно было обозначено позже, но оно тоже есть. И тоже связано как раз с ситуацией вот подобной земля-снежок. Вообще первые находки того мира органического, которого мы сейчас относим к Венду, вот, они относятся к территории нынешнего Ньюфаундленда. Есть там такое местечко, места point вот, которое было описано вот этим человеком, Александром Мюрреем. Он вообще по происхождению шотландец, но он работал в геологической службе Канады в конце 19 века. И вот он обнаруживает вот такие вот штуковины на вот этих вот скальных участках Ньюфаундленда. Ну, поскольку все, собственно говоря, награждается практически сразу родовыми названиями, вот назвал он это дело спиделой, вот, но при этом это отпечаток, то есть это не окаменелость, он не обнаружил никаких признаков каких-то внутренних структур. Вот, естественно, он носился с этой спиделой по всей Америке, вот, в там же, в Соединенных Штатах, он показывал одному из величайших авторитетов э, североамериканской геологии, это э, Чарльз Дулитл Уолкот, да, первооткрыватель такой позднекембрийской биоты в скалистых горах на так называемая фауна сланцев Берджес. Вот о них у нас пойдет в следующий раз речь, когда мы будем говорить про Кембрий. Так вот, Волкот э, посмотрел на это дело и сказал, что ну, это вряд ли какая-то органика, это, скорее всего, пробулькивание каких-то газов через рыхлый осадок, когда это еще была осадка. Ну и, собственно говоря, вот образовалась такая структура. А спиделу засунули в дальний ящик и забыли про нее благополучно. На долгие там, лет 50-60. Вот. И Мюррей, разумеется, об этом ничего не знал. Ну, пожал плечами, ну, ну ладно. На этом дело все закончилось. Послевоенный период. Он характеризуется тем, что во многих странах началось такое масштабное исследование территории. Не без интересов военных, естественно, поэтому что в Америке, что в Западной Европе, что в Советском Союзе. Вот, началось в том числе... Да, глубинное бурение, сопровождаемое геофизической разведкой. И вот был такой замечательный человек, Борис Сергеевич Соколов, академик впоследствии, вот, который выделил самый нижний этаж в строении русской платформы, который подстилал Кембри, очевидно. Да? То есть это вот та самая 300-метровая толща. В нашей первой посиделке я рассказывал о такой давней достаточно геологической традиции, вот, которая сформировалась еще в начале 19 века, называть некий этаж в атмосфере, неважно, что это система, отдел, яус или более мелкое стратиграфическое подразделение, по либо месту привязки, то есть географическое, да, вот, либо по названию древнего народа, который там когда-либо жил. Ну, скажем, Кембрий называется Кембрием, да, вот для прибывших, на всякий случай сообщаю, по наиболее древнему историческому известному названию полуострова Вольс, Камбрия. Так называли у римляне. Ордовик называется Ордовиком так, потому что в том же самом Вельсе жило такое воинственное племя охотников-скотоводов Ордовики. Ну и так далее, да, то есть, либо по какой-то знаковой детали, что называется, в этих отложениях. Скажем, каменноугольная система, она была так названа, потому что для Европы вот, характерно именно отложение каменного угля. Да? Это не означает, что каменный уголь откладывался везде. Вот, он откладывался, разумеется, в тропиках тех времен. Ну, короче говоря, традиция была сформирована, поэтому Соколов, он а, не стал а, действовать в разрушении этой традиции, поэтому он выбрал название наиболее древнего народа, который был ему известен, который жил на южном берегу Балтики, на территории современной Северной Германии, Северной Польши, Прибалтики это Венеды или Венды. И тем самым вот этот вот отрезок времени стал называться Вендом. И весь этот этаж в конце концов приобрел ранг системы. Которые в геохронологии соответствуют периоду. Поэтому, когда мы говорим венский период, это, соответственно, то самое время, за которое накопились вот эти вот породы, которые составляют самый нижний этаж осадочного чехла, да, подавляющего большинства платформ. Вот. Ну, вот, собственно, соколов тут изображен на фоне как раз похожих созданий на Аспиделлу. Вот. На самом деле, таких вот а круглых отпечатков находят много по всему миру. И находили, в принципе, долго достаточно. Но вот Соколов это один из тех людей, вот, который, в общем-то, понял, что это все-таки докембрийские времена. И на самом деле Вент стал признаваться в ранге самостоятельной системы тоже далеко не сразу. Это не означает, что Соколов был величайшим авторитетом и сказал, ребята, давайте выделять Вент, и все старые сразу это делать. Нет, конечно. Вот, были споры по этому поводу. И, кстати, они до сих пор ведутся, так по-честному говоря. А в это время на другом краю Земли работал другой человек, Реджинал Сприк, вот, который у себя в Австралии, в юго-восточной местечке Диакара, тоже обнаруживает очень своеобразную фауну. Вот. Тоже в виде отпечатков, тоже никаких э, минеральных элементов, которые бы свидетельствовали бы о том, что там скелет хоть какой-то был. Вот обнаружили самых разнообразных существ. Их довольно много, о них там дальше речь пойдет. Вот. Ну, э, я его изобразил здесь рядом со Вот Это э, то самое существо, э, э, которое названо благодарным человечеством в честь этого самого человека, Реджинала Сприга. Вот, далеко не все создания выглядели именно так. Вот, по крайней мере, здесь мы видим хотя бы, что это двусторонне симметричное животное. У нее четко обозначен головной отдел и задний тоже. Вот, и что-то просматривающееся на вот какую вот центральную как бы, структуру, вот, в которой, вероятно, все проходила кишечная трубка. Вот. Внешне, да, это очень даже напоминает какое-то примитивное членистоногое. Вот. Но на самом деле отпечатки часто бывают деформированы. Вот, поэтому внешний облик Спригины он на самом деле стал понятен, ну, наверное, не ранее, чем к 70-м годам прошлого века. Это еще один авторитет немецкий палеонтолог Адольф Зейлахер, вот, который тоже значительную часть жизни посвятил этой самой биоте. Вот. Именно ему принадлежит слово вендобионты. Именно Зелахер считал, что это. Вполне возможно, не настоящий многоклеточный, что это вот один из действительно черновиков Господа Бога. Вот. Потому что очень многие создания, они на самом деле не обнаруживают признаков таких, которые характерны для современных животных. Вот такая вот зверюга да, под названием Дикинсония. Первое впечатление, что это двусторонне симметричное животное. Однако это не так. Вот. Дело в том, что существует такой тип симметрии, который называется симметрией скользящего на отражения. Это как в застежке молнии, как на протекторе каких-нибудь автомобильных покрышек. То есть это не так, а, а вот так, короче, таким образом. И вот поначалу думали, что, ну, по всей видимости, это действительно результат деформации. Поэтому, ну как это? с такой симметрией жить-то вот а потом когда количество отпечатков накопилось достаточно большое стало понятно что это в общем правило и потом дальше к этому моменту еще раз вернемся самое главное что у этого без сомнения многоклеточного создания потому что его размеры они достигают там метра и то и более нет никаких ясных признаков ни ротового ни анального отверстия там, ничего такого поэтому э с самого начала начали вестись разговоры. Ну хорошо, ладно, допустим, это животное. А как оно ело? Кого оно ело? Кто его ел? Вот. И количество вот таких вот созданий, начало накапливаться. Мы сейчас еще на один вариант Дикенсонии посмотрим. Еще на один вариант. Вот. И поэтому значительная часть вот этих вот обнаруженных отпечатков, то, что я сейчас показываю, это все намибийские. В Южной Африке тоже на самом деле достаточно много стали находить уже после Австралии. И вот э, поняли, что э, значительная часть вот этой вот фауны, вот она была вот такой, не очень понятной физиологии, скажем так. Вот. При этом это были крупноразмерные создания. Вот представьте себе, да, тающий снежок земля, тает вот эти вот ледники, и вот этих вот мелководных хорудных морях водятся вот эти вот звери на мелководье. Между тем, Западный мир, тогда вот он был очень так вот изолирован от российской науки, точнее наоборот, российская наука изолирована от Западного мира. И поэтому слово вент ни в Европе, ни тем более в Австралии, никто не знал. Поэтому этот отрезок времени назвали Идиокарием. И вот. Когда я со своими американскими коллегами скажем беседую, вот, рассказываю там про венские отложения Ленинградской области, они на меня так хмурятся, вот, а это еще что такое. Вот, поэтому тогда приходится вспоминать Спригга, вот, вспоминать, что на самом деле этот этаж называется на западе идиокарием. Это не совсем синонимы, на самом деле. Вот, потому что Вендом у нас называют все, начиная от самого низа да, этих отложений, там, где у нас гравелиты, вот, перемежаемые с вулканитами. И до самого верха там у нас глинистый такой-то разрез. А на других материках это может выглядеть там, с региональными отличиями. Как-то иначе. Вот. Ну, в общем, короче говоря, мир пользуется двумя названиями до сих пор. Да. Вент у нас и соответственно, там. И вот, разные существа обнаруживают, разную, разный тип симметрии. Но тут, по крайней мере, да, вот можно судить о том, что это действительно похоже, на какое-то двустороннее симметричное животное. И даже слегка, может быть, оно напоминает каких-то тоже примитивных членистоногих, правда, без видимой метамерности. Ну, по крайней мере, что-то похожее на головное дело. Вот таких отпечатков много. И самое главное, то, что во всех венских отложениях мы очень редко видим следы биотурбации. Тоже должен объяснить, что это такое. Ну, вот вы сегодня приехали все на станцию Горьковская, выходили из метро. Ну, может быть, не все, кто-то на самокате приехал. Вот так вот, если спуститесь в метро и будете сегодня туда спускаться, обратите внимание на облицовку этой станции. Облицовка из известняков, которые некогда представляли собой известковый осадок, многократно пропущенный через кишечник лоедов. Там очень много ходов читается очень много. То есть от зверей не осталось ничего, ходы остались. По крайней мере, следы от них. Так вот, в докембрийские времена нам известно исключительно мало следов биотурбации. То есть следов проедания на поверхности осадка, ну да, они встречаются. А вот так, чтобы этот осадок, он был пропущен через кишечник лоедов, вот это редкость. Поэтому получается, что эти зверюги Жили, по всей видимости, на поверхности этого осадка, либо где-то вот в толще воды. Как-то так, надо это понимать, по всей видимости. И вот я сейчас показываю просто редкие картинки проедания. Осадка в этих вот венских породах. Ну, например, такой еще вариант. Да? То есть сильно глубоко этот червеобразный зверь не залезал. Сейчас мы с вами пробежимся по а, нескольким пунктом, где эту собственно, биоту находит. Ну, вот одно из таких типовых местонахождений в Намибии. Это еще картинка оттуда же. И вот именно в Намибии, да, в свое время были найдены организмы, которые некоторым образом напоминают сегодняшних кишечнополосных. Вот сейчас они выделяются в отдельную группу петалонамы. Вот, у них такой пяти как бы осевой называется да, организм вот восстановили и реконструировали его полностью тоже сравнительно недавно тоже долгое время думали что это вообще тоже непонятно что но вот это местечко не на ньюфаундленде там где собственно Мюррей обнаружил ту самую спиделу это там же это там же самые разнообразные остатки вот этих вот питалонам это там же венда у нас на северо-западе много Неподалеку тут таял этот Лапланский ледник, вот, и соответственно, э, вещество оно сносилось с тогдашней суши. А суши у нас э, на северо-западе всегда был как раз Балтийский кристаллический щит. Спасибо. Э, поэтому... Э, все это по большей части терригенный материал. Ну, то есть в геологическом языке это слово используется для чего? Для того, чтобы определить вот этот класс осадочных пород, да, который вот как раз результат сноса с континента. Вот. В нижней части это грубозернистый материал, соответственно, в верхней части это какой-то мелкозернистый. И вот в литературе был описан вот этот вот объект вблизи так называемого Зимнегорского мыса. Зимний берег Белого моря – это вот восточный белый, берег Белого моря. И я так это э, абстрактно мечтал, там побывать, потому что мне было известно, что там находили как раз э, вот эту вот самую венскую бесскелетную фауну. И вот на ловца и зверь бежит. Тогда я работал в Герцена, приезжает мужик, из Архангельска, выяснилось, что он учитель местной школы, кружка, а вот, там кто-то еще. Ну и, собственно, я к нему начинаю приставать. А как там вот насчет добраться до Зимнего берега? О, легко, говорит. Вот у меня есть знакомый капитан, который ходит в плавание там, в Баренцевом море, чуть ли не в Шпицберген ходил. И вот я в эту идею вцепился. На тот момент я только начинал работать в Герцен, у меня сформировался кружок энтузиастов, вокруг меня студентов тогда третьего курса. После третьего им полагалось проводить полевую практику, вот. поэтому, поскольку я тогда возглавлял еще студенческое научное общество, я им просто предложил: давайте, ребята, вы не поедете на Черное море в Геленджик вот по винзаводам, да? а давайте мы лучше наберем коньяка и поедем на Боре Белое. Вот там, безусловно, похолоднее, купаться там вряд ли получится. Вот, но, во всяком случае, мы поедем на малоисследованный объект. Вот тот, который видел мало кто, на самом деле. Это, на дворе это доставил в год 2002, кажется. И э, звоню я в Архангельск. Разговариваю с капитаном. капитан говорит, да, да, доставим вообще без проблем. Ну и э, для того, чтобы это предприятие легализовать, вот, я, естественно, знал, что это заповедник палеонтологический, то есть туда без санкций, во-первых, научного сообщества, во-вторых, пограничников туда проникать нельзя. Я звоню в Москву, в палеонтологический институт, зная, кто, собственно говоря, вот занимался всем этим. И, кстати, он же его и открыл это. Михаил Александрович Федонкин, ныне академик, вот тогда он был в чине аспиранта в 70-е годы, когда он все это дело открыл. Вообще на старых картах, если вы поглядите на какие-нибудь карты геологические 60-х годов, вот, то местность вокруг Белого моря, она отмечена значком Кембрия, а отнюдь не Венда. Так, на всякий случай. Почему? Потому что вот, ну, геолог-съемщик, вот он идет с планшетом, с лопатой, вот, отковыривает, смотрит какая-то здоровенная зверюга. Размером с ладошку. Ясное дело, что Кембри. До Кембри разве может быть что-нибудь такое? Вот. Поэтому так были воспитаны очень многие геологи в Советском Союзе. Очень мало кто вообще представлял себе вот эту вот фауну. И тем более, это была доинтернетная эпоха. Поэтому о зарубежных публикациях вообще знали просто напросто единицы. Вот я звоню, Федонкина нет в институте. А это были времена домобильные, то есть они у кого-то были мобильные телефоны, у большинства их не было. Я говорю, ну, такой, дайте домашние, в чем же дело. Они спрашивают, а вы кто? Министр? Я говорю, нет, я преподаватель из института Герцена. В общем, помялись и дали мне телефоны. Я звоню по домашнему номеру, сразу же практически откликается Федонки. Мы очень мило побеседовали. Я сообщил ему, что вот повезу полевую практику, студентов на Белое море, что вот у нас будет отряд, человек 20. Вот, и мы туда будем доставлены катером, вот, который пойдет из Архангельска. Он так сказал, что ну вы это, с пограничниками тоже решите вопрос в Архангельске, а так я вас буду встречать. Короче говоря, мы выражаясь языком тогда еще не совсем ушедших 90-х, забили стрелку на этом самом зимнем берегу. Белого моря. И э, когда мы прибыли в Архангельск, нашим отрядом стояло жаркое такое тополиное лето в Архангельске, градусов, наверное, 28. Такой жары, честно говоря, в Архангельске не ожидал. Кругом летал тополиный пух, вот. а на дворе стояло, стояло на начало июля, кажется, да, кажется, да, какие-то 10 что ли, часов. Вот, то есть мы назначили, естественно, туда визит на самое теплое время, потому что я, в общем-то, понимал, в каких широты мы едем, потому что там, вот это вот местечко, это в градусе южнее полярного круга, буквально там в 100 километрах. И вот, знакомлюсь с капитаном, действительно такой суровый моряк настоящий, грудь в волосах, корма в ракушках, все как полагается, вот, и он нас ведет на пирсы, показывает катер, я ожидал увидеть большой белый пароход такая старая ржавая посудина, проеденная, ржавчиной в разных местах. И вот мы, естественно, грузим туда продукты, которые мы покупаем в Архангельске, свои рюкзаки. Вот я так смотрю, так опасно в опускается ниже этого самого уровня воды. Ох ты, Господи, она а же 20 человек. Я с собой еще свое дитя везу. На тот момент, да, дочери было лет 12. Вот, и думаю, в какое же предприятие пускаюсь? Это же ужас какой-то. Вот. И э, так получилось, что часть экипажа, она у нас села в порту, а другая часть с другими продуктами, с другими мешками, с какими-то материалами должны были сесть на выходе из устья Северной Двины. И вот мы там сидим, на старом персе, на таком полупритопленном пароме, и смотрим. Значит, вдалеке показывается наш котерок, вот этот ржавый. чух 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 И вот он медленно так идет, и вдруг бамс застревает на середине реки. И стоит. А не докричаться там метров 300, наверное, до этого катера. Вот. Поэтому мы видим, что они там что-то какие-то знаки нам делают, чем-то там машут. Вот. Но вот мы не догадались, на самом деле используют эту семафорную какую-то передачу. Вот. Ну, в общем, часов 6 или 7 они там торчали вот на одном месте. Вот. Разгадка... Оказалось простой. На самом деле, они шли настолько медленно, что прозевали отлив. Вот, поэтому не просто да, просто тупо сели на мель, да. Вот, поэтому, когда начался прилив, они наконец причалили к нам. Вот, смотрю, что все еще ужаснее стало, потому что нас, по-моему, пять человек загрузилось в тот же самый катер. И вот мы медленным ходом. Выходим из Северной Двины. А, до воды, да, от фальшборта, вот сантиметров 20, наверное. Вот так и идем. Вот хорошо, море было тихое. То есть оно вот слабо такое Волнение было, поэтому идем себе идем. Вот. При этом мотор постоянно чах. То есть он постоянно заводил и дергая за какую-то штуковину. Этот самый бензин писал разными струями из всего этого бака там, в разные стороны. В общем, кое-как мы дошли до острова Мудюк, который там неподалеку от устья серной Длины, Там мы ночевали. В сущности, ночевка такая относительная, потому что это полярный день, светло, как днем, да, поэтому какое-то было время суток, я уже, честно говоря, не помню. Вот мы выходим от этого мудьюга, все время окунаем палец в воду, когда же море это начнется? Пробуем его на язык, потому что соленое же должно быть, оно все пресное. Ну, Северная Двина река широкая, водообильная, поэтому когда... Показались две спины белух. Мы поняли, вот оно, море, наконец-таки море. Вот. Белухи, они там за селедкой это самое, в, в северные двойные отправлялись. И вот мы еще так вот прочухали. Где-то до Зимнегорского мыса еще часов 12. По спокойной воде. И тут выясняется, что капитан забыл лодку резиновую. Нас ожидает мокрая высадка. Вот. А на берегу камни. Огромные, луны валяются. Поэтому, если в открытом море там, как бы, качка не очень сильно ощущается, то там такой серьезный накат. Поэтому и без того ржавый прогнивший катер, он, скорее всего, превратится в труху, если он стукнется в какой-нибудь из этих камушков. Вот. Поэтому понял, что предстоит мокрая выгрузка. Вот. Поэтому те мужики, которые были на этом катере, вот Взяли на руки вещи, девочек и вот, вот так вот понесли до берега, погрузившись в воду по пояс. Температура воды ну, не превышала градусов 10, наверное. Поэтому выходим мокрые, дрожащие, вот такие вот. вот складываем себя в кучу, пытаемся там какой-то из плавника по-быстрому костер разжечь. Выходят какие-то два мужика в ватниках, небритые, из избушки, из тани рыбацкой. Вот. Я отряхиваю воду с себя спрашиваю рыбаки или геологи геологи Федонкин протягивает один из них мне руку mm -hmm. вот так мы познакомились с Михаилом Александровичем. замечательным человеком который нас очень часто сопровождал в наших прогулках вот ходили мы там много и часто вот при этом э, он проводил лекции полноценные около костра с дровами там проблем никакой не было, с едой тоже, потому что помимо того, что у нас там с собой была взята целая куча продуктов, еще и Форель там плевала чуть ли не на голый крючок. Такая дикая непуганная в местных речках. Вот. И у нас как-то так сместился день. Потому что мы ориентировались, естественно, на отлив. Потому что низом можно пройти только в отлив. В прилив там вот тоже по колено, по пояс. Как-то так. И поэтому утро у нас начиналось, наверное часа в два дня, когда мы просыпались. Вот. А на сон мы уходили почти что утром практически. Вот как-то вот такое смещение, на часов на 6 на 7 у нас произошло примерно так. И весь этот разрез, он такой алевропесчаный, И на литологических контактах мы обнаруживаем то, что, собственно говоря, искали. Вот. И самое интересное, что эта фауна, в общем-то, она во многом однообразно по всему миру. Что в Австралии, что в Намибии, что в Канаде, что у нас? То есть, те же самые спиделлы. Да. Организмы тоже непонятного да, систематического какого-то какого -то положения. Вот. Ну, раньше их неопределенно называли медузоиды. Вот. На самом-то деле, а имеют ли отношение они а к настоящим кишечным полосам тоже очень большой вопрос. Потому что отпечатки медуз, ну, в принципе, известны с фоноразуевских разрезов. Там, по крайней мере, читается вот эта вот ротовая лопасть, да? а, такая крестовидная, а... а тут никаких признаков этого всего мы не видим. Вот при некотором а, воображении, конечно, можно тут угадать какие-то вот повторяющиеся структуры, вот. но на самом деле а, это по сути дела результат диагенеза то есть уплотнение осадка, да, преобразования в осадкового саму горную породу. Ну и вот из числа организмов, таких вот знаковых, да, которые характеризуют и местный и вент, и вообще мировой вент, это вот, например, такие твари с радиальным типом симметрии, как, например, вот этот вот трибрахидиум, который первоначально почитали иглокожим. Но иглокожие фонарозойские, известные нам, да, у них, во-первых, пятилучевая симметрия – это раз, во-вторых, примитивные иглокожие, раннекембрийские, они, по всей видимости были вовсе двусторонне симметричными животными, то есть их радиальная симметрия это уже вторично приобретенные штуковины. Поэтому что такое трибрахидиум? Мы, в сущности, не знаем до сих пор. А вот это вот бесспорно. Двусторонне симметричное животное, называется оно Кимберелла, которое сейчас неплохо таки изучено по многочисленным отпечаткам. Поэтому кто-то роднит ее с моллюсками, кто-то роднит ее с живыми существами, да, которые характеризуют там какой-нибудь ранний палеозой. Вот. Но во всяком случае, э здесь различим хотя бы передний конец. Вот, туда, да. То есть, тем местом, которое в сущности это самое аспиделло ело. Вот. Поэтому в интернете можно, в принципе, полюбопытствовать и набрать картинки реконструкции этих аспиделл. Ой, господи, господи, Тимберелл, прошу прощения, да. Живое существо, которое, по всей видимости, ну, по крайней мере, по современным реконструкциям, питалось такими э, цианобактериальными пленками, которые росли на поверхности ила. Еще одно такое знаковое существо, оттуда же, э, названное Федонкиным андивой. Вот Андрей Иванцов, это его многолетний коллега, приятель, э, которого мы тоже там, кстати, встретили на том же самом Белом море, просто они стояли лагерем где-то в 15 километрах от того места, где мы поставили. Вот, это родня, по всей видимости, Дикинсони. То есть, это вот живое существо с тем самым типом симметрии, который мы называем скользящего отражения. И многочисленные остатки андив вот, до сегодняшнего дня там находят. Их довольно-таки много. Я забегу немножечко назад в историю планеты. И вот зачем. Дело в том, что все вот эти вот отпечатки, вот они носят там действительно какой-то директивный характер, то есть там есть структуры, которые да, вот, говорят о том, что все-таки это живое существо было в значительной степени структурировано, но как оно было организовано, что оно собой представляло, каким местом оно ело, вот, это вопросы. Поэтому до самого последнего э, времени поднимался разговор, а животные или вообще это? а в том случае, если это животное, целостный ли это организм, индивидуализированный ли, а не просто ли такая сложно сочиненная колония. И вообще, эукариоты ли это? Ну, вот я на всякий случай пробегусь по этой теме вот, для новоприбывших людей, вот, чтобы в общем -то, вы понимали, что насколько сложно устроена даже Одна единственная эукариотическая клетка. Потому что в принципе одноклеточных организмов нам очень много известно. Вот. И все они обнаруживают в своем строении массу структур, которые появились не случайно в этих самых клетках. В особенности это относится, например, к митохондриям. Вот они, да, это органы, скажем так, которые отвечают за, по сути дела, всю энергетику самой клетки. И э, всевозможные жгутики, там, пластиды в эукариотических клетках. Вот, по мнению э, сегодняшних биологов эволюционистов, это некогда независимые клетки каких-то прокариотических организмов. То есть получается, что эукариотическая клетка э, была создана Матушкой Природой или Господом Богом, неважно кем. Э, из того, что было, из самых разнообразных, организмов прокариотических. Вот и происходит это, как правило, в результате вот такого явления, которое называется фагоцитоз. Вот. В некоторых случаях даже современные организмы они не переваривают свою жертву. Эта самая жертва продолжает жить своей жизнью во внутриклеточном пространстве. И вот Идея создания эукариотической клетки, она на самом деле появилась достаточно давно. Вот у брата известного поэта Мережковского, да, вот был брат-биолог вот Константин, который вот эту вот идею некогда выдвинул еще в начале 20 века, о том, что по всей видимости эукариотическая клетка – это результат такого эндосимбиоза, так это называется в биологии. А американка Лин Маргулис, вот, она из этого всего сделала очень такую достаточно стройную теорию, вот, которая в конечном счете а, говорит о том, что действительно где-то вот на рубеже архии проторозой у нас как раз и появляется принципиальная возможность для создания а, эукариотической клетки, вот, потому что тогда концентрация кислорода, ну по крайней мере в приземных слоях, вот, она в общем-то достигла тех значений, когда этот тип дыхания становится биологически оправданным. Вот. Ну и с этого момента начинается расхождение да, на э, основные царства живой природы. То есть растения, животные, грибы, да, по всей видимости, появляются как раз тоже на этом рубеже архии протерозой. Вот. Дальше, соответственно, происходит э, разделение всей э, фауны да, животных на двухслойных и трехслойных. Вот. Опять-таки, возвращаясь да, вот к вендобионтам, вот, можно ли к ним применить вообще эти термины? Кто они? Двуслойно это кто? Это современные кишечнополосные грибневики, у которых два слоя клеток. Да? Эктодерма и энтодерма, да, которая ä, разделяется такое бесструктурным веществом, мезоглеи. Трехслойные это мы с вами. А также самые разнообразные членистоногие, моллюски, черви и так далее. Вот нас много, то есть у нас такая богатая биота по этой части. Вот мало того, что мы с вами трехслойные, мы с вами еще вторичнороты. Вот понимаете, есть нормальные животные, это те, у которых в эмбриональном развитии бластопор, то есть первичный рот, он остается ртом на всю оставшуюся жизнь, а вторичные роты это такие странные звери, у которых бластопор замыкается и начинает функционировать как попа, а рот прорывается в совсем в другом месте. И вот в компанию, собственно, к этим животным попали кто? Иглокожие, брахиоподы, есть еще шанки такие, в том случае, если знаете, колониальные организмы, хордовые. А мы с вами являемся хордовыми, да? Поэтому, господа вторичные народы, я поздравляю вас с этой родней. Вот, с тем, собственно говоря, и живем. Это вот разделение, оно по всей произошло тоже достаточно давно. И, скорее всего, где-то на рубеже вент кембри Когда именно, пока что еще не ясно. А теперь полюбуемся на вяленую рыбку. Значит, на что можно обратить внимание? Да? Вот, на чередующиеся мышечные сегменты, да? которые образуют так называемые миосепты. Вот. И э, вот такой вот рисунок, он характерен для практически всех позвоночных. Вот. Особенно он нагляден, конечно же, у рыб. И вот поэтому гипотетический предок вот всех хордовых, да, вот он выглядит примерно так. И самое интересное, что подобный рисунок да, мы тоже обнаруживаем у этих же самых виндобионтов. Поэтому возникла мысль, вот, не так уж и давно, что а не какие-то ранние хордовые или эти самые виндобионты, раз у них обнаруживается вот подобная структура, Туловища. потом разговор, естественно, как-то так увял на эту тему, потому что помимо общего какого-то впечатления больше нечего об этом сказать. Ну вот, собственно, что да, у нас происходит? У нас происходит образование этой самой хорды, вот признаки которой вот у некоторых организмов. Ну, некоторым образом просматривается, что ли. Да? Вот он, по крайней мере, те же Дикинсонии, те же Спригины, да? вот, и некоторые другие организмы обнаруживают вот какую-то вот такую похожую структуру. Вот, но об этом разговоры прекратились, в принципе, так это достаточно давно. Вот, и вот можно видеть, что кого-то мы можем относить к настоящим билатеральным организмам, как, например, вот этого и вот этого. Здесь мы обнаруживаем натуральную двустороннюю симметрию. А что касается вот таких вот зверей, вот это вот как раз. А? А стрелочки, да. а что касается тех же да, или Андиф, здесь мы видим что-то иное. А именно вот это, где э, мы видим наглядный пример вот этого вот изометрического роста. Там, где у нас наращиваются сегменты, то ли с заднего конца, то ли с переднего, непонятно какого. Вот именно таким вот образом. Что, в общем, с хордовыми совершенно не роднит на самом деле. И у этой самой Дикинсоне мы не видим, в общем-то, никаких признаков, так это ни хорды, ни кишечные трубки, ничего другого. Вот это вот наглядный пример да, того, как выглядит как раз э, симметрия скользящего отражения. И э, помимо вот такого характера симметрии некоторых э, вендобионтов э, начались разговоры в конце 20 века вот еще о чем. А вот насколько объемный был этот организм, ну, допустим, та же дикинсония. Может быть, это был такой вот э, достаточно толстый студенистый организм, который был, может быть, напичкан какими-то симбиотическими водорослями, которые занимались фотосинтезом. В конце концов, у современных моллюсков, скажем, у тридакон тоже есть симбиотические водоросли, у кораллов они тоже есть. То есть, в принципе, это явление такое широко распространенное. Симбиозы в природе – это то без чего в принципе не обойтись. У нас с вами симбионтов, знаете, сколько кишечников видов? Целая куча. Вот. Это касается растений, это касается грибов, это касается кого угодно на самом деле. Причем симбионты бывают самые неожиданные, самые разнообразные. Вот. Насколько объемная была эта тварь, типа Дикинсонии? Вот Зелахер их представлял вот именно как такое своеобразное стеганое одеяло. Что это вот действительно такой студенистый организм, набитый самыми разнообразными симбиотическими водорослями. Другой человек, ну, тогда на тот момент аспирант Михаил Александрович Федонкина, гражданкин Дмитрий. Он предполагал, что раз мы видим отпечаток, ну, скорее всего это примерно то же самое, как вот мы в детстве да, в песочницах возились, куличики из песка все делали. Да? То есть это просто-напросто отпечаток некого плоского тела, которое могло иметь... Очень сложный рельеф. Корзинку для яиц я здесь изобразил просто для иллюстрации того, что рельеф да, самого тела он может быть э, очень затейливым. Для чего такой нужен рельеф? Ну, возможно, для того, чтобы обеспечить э, максимальную площадь поверхности. Да? Ну, для, допустим, для газообмена. А может быть даже и для питания. Uh, уж поскольку у дикинсонии не обнаруживается вот, никаких признаков ни ротового, ни анального отверстия, вот, появляются вот такие вот реконструкции, что по всей видимости это было очень плоское, медленно перемещающееся относительно субстрата существо с диффузным типом питания. Не надо было ему в рот, вот, потому что через клеточные стенки, в принципе, у нас может усваиваться самое разнообразное. Готовое органическое вещество. Например, вещество тех же самых цианобактериальных пленок. И поэтому, раз уж мы находим следовые дорожки вот именно такого плана, да, когда мы видим э, накладывающиеся друг на друга отпечатки, то это никак не противоречит вот этой вот самой идее о том, что... Вы -то рядом отпечатки были, наверное? Конечно, да, об этом-то и речь. Да. То, что следовые дорожки, состоящие из нескольких перекрываемых отпечатков, это уже, в общем такие достаточно распространенные находки, поэтому про образ жизни Диккенсонии вот уже начинает хоть какая-то там проясняться вообще тема, вот, что это по всей видимости были действительно животные с диффузным типом питания, вот, поэтому э, Зейлахер тот же самый, да, вот когда-то высказывался, что по всей видимости этот самый венский эксперимент э, биосферный, он чем-то напоминал Райский сад описанный в Библии, где никто никого не ел. Вот. Ну, в данном случае это не совсем правда, да, потому что а, животные, безусловно, друг другом питались всегда и будут питаться. Вот. Но в данном случае, по всей видимости, мы имеем дело с а, живыми существами, которые, скорее всего, проедали на а, небольшую очень толщину этот самый субстрат. Вот истощается у нас да, какой-то ресурс вот в этом месте, да, съедена вся эта бактериальная пленка, и живое существо просто-напросто перемещается на соседний участок. Вот. Некоторая часть организмов, вот, они, по всей видимости, могли питаться планктоном мельчайшим, например, фитопланктоном. И вот это вот самое чарния, да, это вот один из тоже таких типовых венских организмов, которые немного напоминают современные альционарии да, или бескелетные кораллы, которые мы встречаем в умеренных и полярных широтах. Вот. Но, опять-таки, это чисто поверхностное сходство. Насколько это является трехслойным животным, тем более кишечно-полостным, вопрос пока открытый. Но реконструкции, в принципе, найдете много. Вот, этого самого райского сада, где никто никого не ел. А, вот мы видим Дикинсонию в центре, вот мы видим Чарни, растущие на переднем плане, мы видим Спригину, которая ползает у нас вот здесь, да, на переднем плане, но ну, это, по крайней мере, определенно двусторонне симметричное животное. Что касается Триброхидиума, не, про него непонятно до сих пор ничего, Петалонамы там где-то еще. Короче говоря, мир сильно отличающийся от сегодняшнего. Сильно. И самое главное то, что мы практически не видим следов именно рытья этого самого осадка. Вот это вот такой принципиальный момент. Который сильно отличает весь Докембрий от это Вот Это еще одна реконструкция, еще один вариант. Когда мы видим все тот же самый набор. Еще раз подчеркиваю, что он характерен практически для всего мира тогдашнего. То есть фауна это была единая. Она очень мало имела региональных отличий. Вот. И такое состояние биосфера, ну, по всей видимости начиная с Венда, уже ни разу не повторялось. Это вот этот мир исчез навсегда, однажды в одночасье. Эта фауна исчезает бесследно, везде и сразу. И до недавнего времени это тоже была одна из таких великих геологических загадок. Ну вот полностью сформированная биосфера из самых разнообразных существ, которые в некотором согласии между тобой существовали. Вот. Пусть это не райский сад, конечно, да, в представлении там, обывательском, пусть понятно это дело э, определенного да, рода, там, донные там, или околодонные сообщества, вот, но это все-таки мир, сильно отличающийся от сегодняшнего. И вот последние годы, последние, скажем так, лет 20, наверное, вот, начали изучаться пограничные разрезы, вент такие вот, которые изучаются в некоторых случаях буквально по миллиметру. Вот, в том случае, если мы имеем дело с непрерывным осадконакоплением на этом этапе. Но вот у нас в области в этом смысле все хорошо, потому что вот у нас в области вендокембрийские отложения, они действительно не содержат несогласия. Вот у нас наш нижний кембрий, представленный синими глинами, так называемыми, да? и верхний венд у нас тоже представляет собой те же самые синие глины. Синие они потому, потому что они содержат в соединении двухвалентного железа. Сделать из этой глины кирпич и обжечь, он станет красным, естественно. Вот так вот. Э -э та толща, да, которая относится как раз вот к верхам Венды и Низам Кембрия, называется Лантовасским горизонтом. И вот внутри этой самой Лантовасской толщи у вас проходит как раз граница Венд Кембрии. И вот ее тоже можно разобрать по миллиметрам буквально. Таких мест не очень много, вот в нашем случае повезло. И вот что начинает выясняться что э, к самому концу Венда э, увеличивается размер э, одноклеточных планктонных организмов э, с такими э, э, водорослевоподобными оболочками, состоящими э, по, изначально по всей линии, из органического вещества. Органическое вещество, понятно, не сохранилось, естественно, это в той же или иной степени преобразовано во что-то другое. В минералогическом смысле. Но самое главное то, что размер этих клеток, он большой. В принципе, нам известно, крупные одноклеточные организмы, вот те, которые в геологии немного воткнуты, знают, что существуют такие фараминиферы, допустим, да, размер которых достигает в некоторых случаях первых сантиметров. Это раковина да, известкового состава, который строит одноклеточный организм. Да. Вот. Но вот в случае с этим не очень понятно. Есть такое слово акритархия. На самом деле это не таксон, то есть это не какая-то определенная группа живых существ, это обобщающее название для вот таких вот водорослевоподобных оболочек, которые мы встречаем в самых различных частях разреза осадочных пород, которые у нас есть. Вот они появляются в конце венда в достаточно большом количестве, и у них в течение достаточно непродолжительного времени, начинает увеличиваться размера. Мало того, что увеличивается размера, еще и усложняется рельеф самой поверхности. Сначала он такой, потом он становится таким, потом он становится таким. Вот. И э, о чем это может говорить? О том, что сообщество этих самых акритархов, они испытывают давление какого-то пассивного хищника. Которые как раз охотятся на вот, вот эти вот крупные водорослевоподобные э, объекты. Вот. Понятно, что маленькому существу большое не заглотить. Но об этом еще Пятачок говорил в Винни-Пухе. Вы припоминаете, наверное. Жизнь маленького существа полна всяких разных сложностей и опасностей. Вот. Поэтому маленькому существу не просто живется. Вот. Выясняется, что э, есть какое-то экологическое давление в Синем море и океане вот на этих вот акритархов, и они стараются выйти за размерные классы этого хищника, так, чтобы не проглотил. Есть еще одно наблюдение, которое касается именно пограничных слоев вендокембрийских, что в самом конце венда начинает попадаться образование, да, которое представляет собой фекальный пилет, такая маленькая какашечка, да, размерностью какие-то доли миллиметра. Вот, который является результатом жизнедеятельности кого? Ну, какого-то организма по всей видимости, который пропускает э, еду через свой кишечник, через кишечную трубку. Да? То есть э, подобные же пилеты да, вот мы находим, собственно говоря, во всем разрезе да, фонарозойском, где угодно. То есть э, большое количество океанических осадков состоит в том числе и вот из этих образований, да? э, которые представляют собой что? Результат жизнедеятельности планктона. И вот, по всей видимости, самым страшным хищником в Венде, если и был кто-то, то был зверь примерно подобный вот этому. Это современный циклоп, самка с яйцами, коконами на да, своем брюшке. Зверь небольшой, буквально 2 мм. Но этого размера уже достаточно для того, чтобы уметь проглатывать клетки вот этого самого фитопланктона, пропускать через свой кишечник и отправлять на дно непереваренный остаток в виде вот этой самой фекальной пилеты. И вот в том случае, если у нас концентрация этих фекальных пилет начинает возрастать, это означает, что давление хищников максимально усилилось. И вот как раз конец венда, он характеризуется так называемым кризисом акритархов. То есть они достигают немыслимых размеров, даже до 2 мм дорастают. Обрастают всевозможными выростами, рогами. Вот. А потом это все заканчивается, потому что акритархи достигли предела физиологических возможностей для размера клетки. Короче говоря, эти звери победили. И они стали родоначальником уже следующей биоты, кембрийской. Но об этом, ребята, в следующий раз.